И всем доброго времени суток. Вы находитесь на канале Генезис, и я рад вас приветствовать, уважаемые подписчики и гости этого канала. И в этой рубрике мы с вами знакомимся с ретро-играми. Цель этой рубрики моя – не устроить какой-то челлендж, а просто познакомить вас с тем, во что люди играли в 80-е, 90-е и 2000-е, то есть в годы нашего детства. И сейчас перед вами, например, игра Robocop 3 на Sega Mega Drive. Вот так вот она выглядела. Критики поставили ей низкий рейтинг, ну а вы свой рейтинг можете оставить в комментариях. Лично мне эта игра очень нравится. Игра основана на одноименном фильме и довольно-таки неплоха для своего времени. Да, она не славится какой-то прям высокой динамикой, как та же Контра, или, например, не славится кровавостью, как тот же Робокоп против Терминатора, но тем не менее эта игра довольно-таки мрачная и довольно-таки по-своему атмосферная. Так что, друзья, давайте же насладимся этой игрой. Приятного вам просмотра! Thank you.
Поздравляем! Робокоп смог победить обоих ниндзя-роботов и спас Ника и Мэри из цепких рук МакГаджета. Они бежали прочь навстречу безопасной жизни, озаряемые пламенем пожара, охватившее здание офиса управления ОСП. Самозванец Канемису теперь повержен. Спасибо. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Генезис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики на этом канале. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам нравится моя деятельность, то переходите в телеграм-канал по ссылке в описании. Также есть телеграм-канал, где выходят текстовые обзоры различных игр. Возможно, кому-то больше понравится такой формат. Так что переходите и подписывайтесь. Еще раз всем спасибо и до скорых встреч, друзья. Пока!